Всем здравствуйте. Звезда фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» потерял сознание в ресторане прямо во время семейного торжества. Трагедией закончилось для Марка Гаранка семейное торжество. Ссора с женой довела актера до гипертонического криза, после чего он был госпитализирован. Сейчас Гаранок находится в реанимационном отделении одной из больниц Санкт-Петербурга. Накануне произошедшего артист написал завещание. Об этом сообщил приятель актера Вячеслав Смородинов. Ну что я могу сказать? Плохи дела. Марк до сих пор без сознания. Аня держится, с ней рядом дочка Лиза, рассказывает Смородинов. Несколько дней назад Гаранок пригласил меня в ресторан, где они с женой собирались отмечать семейное торжество, каждый год они празднуют дату знакомства. Я так обрадовался. Подумал, что наступила семейная идиллия, они же часто ссорятся. Вчера где-то в 6 вечера они с Аней поехали в одно из заведений, а меня Марк попросил их забрать. Ну, парню чуть выпить захотелось, ясное дело. Через час звонит мне Аня. «Слава, срочно езжай в ресторан». «Там Марку плохо», — прокричала она. «Мне сейчас администратор ресторана позвонил», — пробормотала она и бросила трубку. «Я примчался в это заведение, которое сам и посоветовал Марку, а там уже скорая стояла. Официант рассказал, что Марк сидел за столом и вдруг плюхнулся на пол. А перед этим что-то эмоционально доказывал девушке, которая была рядом с ним. Ани в ресторане я, понятное дело, не увидел. Она уехала, потому что они в очередной раз поссорились. Короче, я помчался за неотложкой, в которой увезли Марка. Дай бог, чтобы у него все обошлось, сейчас он без сознания. Доктор сказал, что еле-еле мотор ему завели. Не знаю, что ему брякнуло это Аня, что его так шибануло. Накопилось, наверное. При мне у него давление пару раз подскакивало, он и выпивать совсем перестал, спортом занялся, на диету сел. Мы с ним на прошлой неделе виделись, а созванивались вчера. Он по секрету мне выдал, что написал завещание. Я сильно удивился, ведь он молодой парень. «Всякое в жизни бывает», — сказал мне Марк. «Что-то мне как-то нехорошо». Взволнованный был такой. А с чего ему быть в хорошем настроении? Он же не на своем месте сидит, работает в одном из питерских охранных предприятий. Звезда фильма «Все будет хорошо» прогорел в бизнесе у человека такой потенциал, такие жизненные планы, а он вынужден охранником пахать. А тут и дома не ладится. Неизвестно, что этой Ане надо, пилит его и пилит. Какое может быть спокойствие? Какие нервы выдержит? А ведь актер он замечательный и человек хороший. Жена артиста Анна Гаранок комментировать случившееся с ее мужем категорически отказалась. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.